Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и мы отправляемся в путешествие по New World вместе с Розе. Мы отправимся вместе с раком, нубом, не понимающим ничего и не знающего человека английского. Что он может, на что он способен, вы сейчас сами это увидите. Вот мой супер персонаж. Балтика, девятка. Сервер. Это мой Розыч, блондин яркого выраженного лица. Так, продолжим играть. Я там немножечко почитал о своем классе, то что. Опа, добрый вечер. Ага, я знаю. Я уже знаю, на кириллицу переключать, чтобы я мог использовать и видеть кнопки действия. Для этого нужно просто переключить language. А где он? Мы сейчас это узнаем. Где-то он должен быть. А вот, нет. Подождите. Аудио. Gameplay. О, вот. Preference. English. Переключаем на немецкий и обратно на английский. Оп, и все появилось. GJK. Yes. X. Q. Все супер. Так, я тут, я помню, где-то тут жучков собирал. Мне кажется, они вот тут. Где-то были. Такую-то травушку-муравушку собирал. Мне надо еще два жучка найти. Вроде тут. Реально, я по кустам шарился в прошлый раз и находил их. Ну, давай порубим дерево. Угу. Где мне этих скарабеев найти, блин? Шо-шо-шо? А, я понял. Качнул левачок. Так. Силу еб... Я там немножко подсчитал, что ну, мне нужна сила и выносливость, так как я буду танком. Мне лук вообще не нужен, мне нужен еще дополнительное оружие. Это щит и меч. И доспехи в силу, как я понял. Ну, я так одним глазком посмотрел. Дайте мне жучка, блин. О, все, есть. Ура! Что? Что такое, товарищ? Надо в себе держать или хотя бы, ну, подпускать там, чтобы потихоньку, ну, некрасиво же, ну, ё-моё. Идем сдавать квест. Жесть, по-любому какой-то горох ел. Вау. Это что такое? Это чей кемп? Кемп чей-то? Это что, можно крафтить какой-то это? Тебе... Что-то такое, я не понимаю пока мисс ничего. Так, он нам полюб... Сейчас должен дать удочку, по идее. Ебой. Да-да-да. Шо С? Мне лучше. Так, через С разбирать, это я помню. Опа, разобрать. А, нажать просто. Так, а мне наживку на какую-то кидать. А что мне делать? Подождите, что-то сложно очень. И чё, мисс? Ага, я понял. Начинаю немножко понимать. Просто ждем. То поплавок нарисован, я понял. Ну клюет, клюет, хоп. Ебой. И шо? Ай, надо подтягивать. Ай, а как отпускать? Эх, хорошо на рыбалке.
Музычка играет, как в реале прям. Ой, та ну срана, ну же вот, что ты делаешь? Господи, руки сраки, господи, ну блин. Так, так, клюет, клюет, оп. Отсекаем, тянем. Отпускаем, тянем. Отпускаем. Ой, ты шо, прикольно, прикольно. Оп, 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 оп. Подтягиваем. Оп, 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 оп. На себя потихонечку. Опачки. Смел. Слон. Какой-то. Маленький слон, короче. Маленький слоник. А, в смысле, я еще и квест прохожу на ловлю. Ух ты, вот это уровень. Параллельно проходим квест, ловим рыбу. Короче, в рыбалке ничего сложного. Тут все делается всего лишь левой кнопкой мышки, все. Ого, нифига себе, а шо, нихера себе. R, а шо R? R. Ага! Наживочку можно добавлять. Так, эпик билд. Так, R. Так, на, наживочка, ножучка. Короче. Вот, куда хотим закинуть? Зажимаем левую кнопку мышки. Появляется шкала, она входит вверх-вниз. Отпускаем, где куда хотим закинуть, на какое расстояние. Вот. Рыбоклёт подсекаем. Чтобы тянуть на себя рыбу, нужно зажимать левую кнопку мышки. Ну, то есть зажимаете, отпускаете, зажимаете, отпускаете. И следите за индикатором. Если он рыжеет, то отпускаете. Зеленеет, можно тянуть. Так, потихонечку подтягиваем. Так, так, надо отпустить хорошо. Так, хоп. Подтягиваем и отпускаем. Все, изи, как на рыбалке. Обычной рыбалке, только в игре. Medium bass. Это что-то нормальное, я думаю, полторашка килограмма. Отпускаем, подтягиваем. Отпускаем, подтягиваем. Все, изи. Так, мне надо сейчас... купить щит и меч. Нафиг разобрать этот лук. Потому что я буду за танка играть. Так, ну что, через S это разбирается, интересно? Нет. Ну, мы его тогда выкинем. Так. Чи возьмем, положим на склад, может быть, пригодится. А что, Telk to... Данне, надо с кем-то поговорить. Телк, Дэнни, Рудь. А что это? Брофиш хотспот. Надо с кем-то поговорить. Поговорить с рыбой, что я не пойму. Написано, что Телк. Это ж разговаривать, правильно? Да, я английский не очень. Так, off to woodshop. Блин, короче. Мой переводчик. Ту-ту, через камеру поможет и мне. Мой переводчик, ту-ту. Камерный переводчик. Поговорите с Дэной Руби. Ага. А где Дэна Руби? Мне надо квестик сдать и получить экспу за него. А чё это? Кто ты такой? Тя, Митчелл Шелдс. Митчелл Шеллс, ты мне не нужен. Что никаких значков. Ух, нихера себе, а чё мне аж туда шуровать? Я туда не хочу идти, это чё это, куда это? Мне вообще другой мира нахер. Пускай висит квест тогда. Так, мне надо создать какие-то wooden woodshop, деревянный магазин. Мне в игре одно только не нравится, то что... Независимо от уровня вашего персонажа, вы будете бегать с одной скоростью. Неважно, какие на вас будут доспехи и какой у вас класс. Вы будете бегать как лошара. Опачки, это что за подводник? Канализацию чистит, я понял. Ого, а тут что за толпа, я тоже хочу. Здрасте. Меч. Мне нужен обычный меч. За 2 рубля. Сколько он стоит? Где тут цена? Это 3 копейки он стоит? Прайс. Ну, прайс. 3 копейки. У меня 400, да? Буноу. Ебой. О, так тут все по 3 копейки. Мне нравится. 3 уровня. Что ты у нас? Что ты даешь? Strange конст. О, подходят.
ты что даешь? Ух ты, а у меня какой. Ну, 4 копейки берем, ладно. Шапка боярского, это плюс всегда хорошо. Так, я могу одеть? А что мне? Надо 30 левел. 23 левел. Я понял, на склад отправляются наши вещи. Я Василий просто, Василий. Ну тут же написано, Вася, ранг левел 30. Вася, ранг левел 23, ё-моё. Хай валяется, ничего страшного. Полежишь на складе. Шляпа красивая, конечно, боярского. Может, это за единички? Бля, что, можно квартиры себе покупать? Что ж это? Деревянный вудшоп. Welcome, thank you very much. Опачки. Так, тимбер. Один тимбер. Сделали, опачки, 6 тимбров. Плюс 6 тимбров крафт. Нашел. Плюс 6 тимбров крафтим. 6 тимбров есть. Теперь крафт, стон блок. Так, теперь мне нужно найти стол для резки камня. Аманафаста. Это точно не стол для резки камня. Опа, братишки, лопачки. Сколько, 10 штук, да? Стон блок. Скрафтили стон блок, красавчики. Выход есть. Стон блок, изи пауэр. Изготовьте грубый ножик на кожаном заводе. Кожаный ублюдок. Ой-ой-ой, это опасно, я видел, это же таким буду, может, когда-то, лет через 15. Так, это кожаный завод? Подождите, кожаный завод. Нет, не кожаный завод. Что он от меня хочет? Что ты от меня хочешь, алё? Ублюдок, мать твою. Что это было такое? Я не понимаю, что ты мне предлагаешь. Что это, бля, только что мне... Мне кто-то что-то... Опа, он мне написал. И что он мне написал? Что тут понять может? Яо. Ва? Яо. Это на ком? I speak Russian. Кяо. Я не понимаю, что это за кяо, блядь. Куда я зашел? I only speak in Russian. Ах, no problem. Так, продолжаем искать кожаный завод. Так. Поговорили немножко, попытались, то есть, поговорить немножко с людьми. Ну вот, куча кожаных ублюдков, значит, тут кожаный завод. Нет, нифига. А, дубильня, я ж пробегал, кожаный завод, господи. Прошлой же серии пробегал. Добрый вечер. Мне надо, короче, сколько там мне надо? 4 штучка. 4 штучка. Крафт. Е-бой. 6 XP. Exit. Так, это мы прошли. Теперь куда мне шуровать? Ага, к начальнику, короче. Градостроителю. Я не знаю, что я нажимаю, но я нажимаю. Что он мне предлагает? Что это делает? Что мне делать? Что это я сделал? Что я сделал? Какой-то комплект. Это я типа... У него забираю или чё? Бляха-муха. Опен сундучок. Не, такое носить не буду. Ну что это такое, что? Что это? Здравствуйте, я, блядь. Ну что это? Что такое? Вообще не боярский, а какой-то, ну, блядь, служанка какая-то в доме, которая убирает. Блядь. Вот, истинный мужчина.
Кажется, придется сервер другой искать. Hello, my friend. Да. Can you touch? Да, продолжаем. Ух ты, прикольно. Куда мне дальше? Ирон, он и. Я подозреваю, это мне надо получить железную руду. Мне тяно собирать железную руду, я так понял. Вуден. Это мы в уголь превратим, получается. Ух ты. Наркоманское место какое-то на это пошли дальше. Так, в поисках железной руды. О, пес, привет. Опачки, это что у нас? Это камень, правильно? А че я не могу его добыть? Так. Стоны, yes. Не, мне стоны не нужен, мне железная руда нужна. Так, с этим, мне сенситиви мыши надо немножко понизить. Сенситиви где-то, давай до 15. Так, давай отправимся за квестом рыбку сдавать. Как раз по пути мы посмотрим мир. И посмотрим, что я добуду просто. Найду ли я руду? Походу, эти тоже что-то знают и ходят тут ищут. Вот, это рыжий, что это? Флинт, это камни. Так, а ну секундочку. Не, конечно, сейчас хорошо, у каждого есть телефон. Вот представьте, 2003 год. Что там? А что он меня хилит? Ага, hello. Hi. Так, мы бежим сдавать квесты. Как раз тут горные вершины. Во, тут, наверное, где-то. А что вот это такое? Просто понаслаждаемся красотой New World. Да не трону я тебя, не трону я это. Мне уже перья не нужны. Успокойся ты. Красота. Все рыжего цвета что-то. А ну добудь этот камушек. Стоны, флинт. Но это не то. Это обычный камень. Пантера. 14 уровня. Ух. Походу я сейчас это... отхвачу трюлюлей. А, как там... Давай. А в смысле, а что я не блокирую атаки? Давай. Ю. Так. А что, с этой штучки ничего не добывается? Так, зайдем в хижинку, посмотрим, что за хижинка. Опа, 15 уровня какие-то зомбаки. Не, до свидания. Иди нафиг. Я тебя не трогал, ты меня не трожь. А то я выкачаюсь, потом приду, тебя найду, твою семью найду. Кажется, зря я отправился в это путешествие, сейчас... отхвачу здесь. О, рыжий камень. Флинт.
Ой-ой-ой. Скелетосики. Мы технично обходим их. Опа. Это что-то мне не нравится, этот туман бордового цвета. Я куда-то не туда зашел. Крякает, блядь. Ну мы же отпиздим какого-то уровня. Опачки. Он испугался меня. Ну и ладно, беги, пока можешь. А тигры, блядь. До свидания. Я не хочу ни с кем сражаться. Я просто исследую мир. До свидания. Надеюсь, ты не умеешь лазить. Ха, лошара, лошара, шо дзыришь? А? Шо там, шо, шо, шо? А? Соси бэбро, блядь. Что это такое? Да посмотрим. Да ладно тебе. Какой-то алтарь. Прикольно. Я тэпаться могу. Это телепорт по-любому. Тут закрыто. Я могу тэпнуться назад. Нет, я не хочу тэпаться. Нам немножко правее. Что-то я заблудился, малёшечка. Во-во-во, вот она, Ирон. Ебой, нашел я тебя. Кто ищет, тот всегда найдет. На горных вершинах. Где я был молодой? Сразу плюс 41. Ебой. Так. Ну, блин, уже хоть знаю, как выглядит железная руда. Это чё? Я понял. Не подхожу. О май гад, вот она. Ебой, квест пройден. Теперь что? Крафт, Ирон. Теперь мне нужно в город и накрафтить ингот, короче, железных слитков, я надеюсь. Что это? Кто это орёт? Алло. Кому плохо? Я могу помочь. Здрасте. А ему просто похер, блядь. Эй, Вася, ты чё, что с тобой? Ты сломался, что ли? Ай, не, смотри. До него просто туго доходит, я понял. Давай, выпад делай. Ух ты, какой обманный маневр я только что видел. Так. О, хилочка выпала, да? Оскара козябры какой-то. ЭПшечку в третий слотик. На всякий пожарный.
И проверим один лайфхак. Как быстро вернуться в город. Опачки, это что такое? До свидания. Зачем мобы такие, это, еле ходящие? Которых легко убежать. Ага, понял. Я понял. Не все. Так, я сейчас походу всех соберу. До свидания, пес. Что ты? Ты сам напрашиваешься. Ой, видишь, почувствовал и сразу валить, а? Падла. Сразу почувствовал силушку-то богатырскую. Да тут на каждом шагу эти псы, подворотные псы. Что такое, а, горный козел какой-то. Да иди нафиг, слышишь? Что, размениваемся ударчиками, да? Ой-ой-ой, это был скилл какой-то. Волчачий скилл. Да что ж такое? Мап. Мне кажется, я сейчас утро упаду, короче. Мне будет больно. Я что-то неправильно иду. Немножко мне надо обойти горочку. Краевиды красивые, посмотрим. Так, ну теперь царь горы это... Не, нихуя, у нас самая высокая гора. Вот туда бы забраться, блядь. Так, ну посмотрим. Горы. Прячущиеся горы. Так, а мне получается... Мне надо вниз вообще спускаться. И шаровать понизу. Сервер. Да будем немножко, мы же в будущем пригодится. По-любому пригодится. Иран, сильвер. 20 килограмм. 18 килограмм. Тут у меня говна... Ой, вещей разных. Ингредиент, вот тоже вуден кучу. 37, я что-то надобывал 1 000 000 вещей. Я бы это выложить на склад, было вообще замечательно. Опять какой-то рыжий туман. Вау, красота. Хижинка какая-то. Красиво. Здрасте. Ух ты, кровать с сеткой. Ни один комар сквозь эту сетку не пролетел еще. Опа, нихера себе хряк. Даже уровень не показывает его. Опачки. Мне кажется, мне тут и зайчик даст. А, не, нихера, ошибаюсь. Ой, блядь. Короче, не судьба. Так, ну это лайфхак, короче. Вы умираете, и вы можете возрождаться. А где я возрождаюсь?
Так, замечательно. Я был рядом, я был рядышком же. Может, только перекидывать, что ли? Ну, хоть это. Так, закидываем бревна. Флинтстоны. Стонблок. 5 килограмм травы, блядь. Так, сильвер мы ложим. Так. Прикольно, но сразу со складом, типа, да? Я ж выложил, правильно? Вот это классно, вот это офигенно. Складываешь на склад, так, хоп, потом, блин, не надо ничего перекладывать, это миллионы тысячу раз. Это прикольно, так. Ирон. Мне нравится, как мне это нравится. Я просто на склад закидываю, я мог просто сейчас... Железную руду на склад закинуть, и оно мне показывало, что оно у меня есть, как бы. Я крафчу, и оно появляется. У меня, да? Угу. Так, закрафтил, и куда мне теперь дальше? Кого я должен? Крафт, Iron, Longsword. Iron Rapier, Iron Hand, Iron... Я бы вот это скрафтил бы лучше. А я могу скрафтить, и мне позволяет. Нормально. Ебой. Теперь у нас есть щит. Щит, мазафака. Yes. А вот, Iron Sword. Господи. Ой, просто. 79. Создал, да? Теперь мы возвращаемся. Кому мы возвращаемся? Челику. Челику с дубиной. Продолжаем наше путешествие. Ого, сразу ноги раздвигает. Опасная. Сей, сей. Куда мне надо путешествовать? Это лощина какой-то. Опа, этот сворд круче, чем мой. Мы разберем. Через S. Ой, шапку можно разобрать. Так, теперь я истинный воин. Три экспыш, это склад. На 50 больше. Давай экспу нем. Экспу, я не знаю, что я делаю, но... Ну и добычу на 5% там. Господи, я сипой, мне вот сюда надо. Фу, я увидел, наконец-то. Там, блин, вообще не вижу ничего. Столько нового, ничего не понимаю. Никогда не любил квесты проходить. Вот мне нравилось в ММОшке то, что можешь встать и долбить мобов, качаться, пвпшиться там с кем-то. Зарубы устраивать там. Совместно компашкой ходить на каких-то боссов. Это прикольно. Вот это квесты бегать, это мудятина. Не, ну прикольно поначалу, когда ты исследуешь мир. Смотришь это все, но потом... Так. Здравствуйте. Я вас шатал. Ваше хутро. Жесть, вот это меч, вот это... Красавчик, ё-моё. Красавчик же есть. Так, комбошечка была только что. Да. Этот мечок поярче. Такой. Джахает нахер. Дай боже, блин. Вот. Просто добрый вечер. Так, не-не-не, мне надо убивать. Это жизни не даст. Да, блин. Уклонение через shift.
Опа, минус. Есть. Хорош, хорош. Так, что подбираем? Какой-то амулет нашли, что ли? Что это такое? 4%. Не могу ничего одеть. Так. Вау. Ебой, 10-й уровень. Силушку опаемся. Так, что ж тут выпадет нам? Ну, какие-то перчатки. Какая шляпа. О май гады, бул. Пока одеваем все, что дают. Так, это мы разбираем. На ремочке, я так понял. Ремаем мы. Ага. Ремаем мы за счет того, что мы разбираем вещи. Будем сильвер руды. Ну и вообще такое чучело, господи. Что ты такое? Чего? 105 уровень. А, лошара, видел? Увернулся. Хоть разок получилось. Класс. Думал, даже павлин на меня сейчас нападет. Все, тут никто вообще. Пустое место, как в скаме есть, это ранг. Вы пустое место, кусок лайна. А, не успел. Лошара. Да я все, я как молния. Я как убийца. Армагеддец. Опа. Не в том месте ты решил устроить пристанище. Что нам выпадет? Еще какой-то клоунский наряд. Сворд. Ну, у меня круче сворд. И перчатки круче. Разобрать. Здесь вот что это за... Что это такое? Что это, блядь, за пиздец? Ты на кого лапу свою поднял, блин? Животное. Опачки. Вот это неплохо. Во. Во. Вот это я теперь истинный воин, ебать. Так, а что мне тут сделать нужно? А, мне вульфов надо побить. Ага, он в этой броньке вообще не может уворачиваться. Это что-то... Я теперь понял. Еле-еле просто уворачивается. Это что, на тяжелая броня? Так. Мне теперь кемп надо. Место Y. Нажимаем Y. Compressed in. А, я нахожусь. Я понял. Мне надо зайти за этот. Ага, я понял. Вот-вот, сейчас я выйду за зону. И я смогу поставить кемпинг. Вот эта зона, вот она
получается, обозначает. Если меня волки не загрызут. Кемпинг. О, только что было. Оп. Так. Мне надо флинт и вуд. Ща на изи найдем. О, ну флинты, вот дерево, ща будем шашлык жарить. Шашлык, машлык, вкусняшки разные будем сейчас кушать. Так, вуден есть. И флинта пособираем. Все, хватит. Я понял. Короче. Ой ты, господи, я испугался нахер. Так, ой, я тут могу что-то делать. Крафтить могу. Стрелы делать могу. Вот всякие штуки. Мясо жарить, о. Килки могу делать, но мне надо травушка, муравушка. Какой-то хипосос. Хусоп. МП. Вот это мяско. Мяско. Вкусное мяско для хилки. Рест это... А, восстановить хпшечку могу. Вот это прикольно. И чё, и долго этот костер будет тут стоять? Ага. Его обязательно убирать. Интересно. Оскара козя, прикольный грибок. Так, мы мяска нажарили, да? Слотики, хоп-хоп. Для быстрого перемещения откройте карту, найдите поселение, в котором вы остановились, и нажмите на кнопку Recall El Tui. Круто. Так. Я могу типа тэпнуться, правильно? Я хочу тэпнуться сюда. Что мне нужно сделать? Могу посмотреть даже, что у меня в этом городе лежит. Ага, вот так мы телепортируемся. Ну, на этом мы закончим нашу игру. С вами был Розе. Всем до новых встреч.